Всем привет! Будет продолжение все-таки видео Sony XZ Premium. Сдали мы телефон на диагностику 4.10.2017. Сегодня 11.11.2017. То есть прошло около 5 недель. Изначально провели диагностику, сказали, что достаточно прочистить там что-то, и это займет около недели. На самом деле, после недели мы им позвонили, они сказали, что стоимость ремонта будет 80 рублей. Спустя неделю мы им звонили, каждый раз у них были какие-то отговорки по поводу ремонта. То еще не сделали, то и то, то это. Все время были грубые ответы. В плане, если хотите, можете приехать, мы вам сложим телефон, забирайте, или еще что. Хотя, в принципе, они, наверное, знают то, что так как это сервисный центр, телефон стоит на гарантии, в случае, если мы будем проводить ремонт в другом месте, то вероятнее всего телефон слетит с гарантии. Сейчас мы едем, они спустя много разговоров по телефону. Дозвониться к ним очень сложно. Организация называется, кстати, ООО «Прада Групп» в городе Минске по адресу улица Сурганова, 2, офис 71. Спустя много разговоров по телефону, дозвониться к ним очень сложно. Они все-таки сказали спустя 5 недель то, что телефон они не смогут поремонтировать. И собрали телефон, приезжайте, забирайте. Вчера мне пришло вечером сообщение, уже после закрытия этого офиса, сервиса, в 7, точнее в 19.04, хотя работают они до 19.00. То есть телефон мы едем забирать сегодня и отвезем в сервисный центр именно от Sony, не от магазина, где мы покупали, а от Sony. Будем писать претензию, брать акт о выполненных работах. Будем смотреть, в каком состоянии сейчас находится телефон. У нас есть на видео, в каком состоянии был телефон, когда мы его туда отвозили. И посмотрим, как... Напишем обязательно жалобу в жалобную книгу и отвезем в сервисный центр. Посмотрим, что там нам скажут. Идем подавать, забирать телефон, подавать претензию. Вот такой вид претензии. Сейчас попробую показать. Видно? Вот такую претензию мы им оставим. Забираем телефон, смотрите на качество. Крышка задняя отваливается. Это уже было естественно, понятно. Вот царапина одна. Это при открытии явно отверткой будет вторая. Здесь еще одна. Вот царапина. С другой стороны покажу. Ну, здесь еще более-менее, наверное, так как открывали заднюю крышку явно. Спереди ничего не было. Ну, вот эта задняя крышка, уже специалисты говорили, что в случае неправильной работы она будет отваливаться. Вот она считается. Иди с какой стороны? С этой? Вот. Может, включится? Сейчас посмотрим. Когда вам Катя сказала, я детей больше не хочу. Это заключение ваше? Угу. Что он вдруг заработал, я не понял. Может, она не потеряла? Почему у вас не очень, скажем так, хорошие отношения с сыном от предыдущего брака? Сын у меня живет в Киеве, да. А я живу здесь. Это и я когда-то давно ему сказал, что сынок, все равно я всегда стану своим папой, а ты останешься ждать для меня сына. А в каком состоянии телефон? Таком же, как поступал. Телефон при поступлении не включался. Ну, сейчас включился. Сейчас включается. В чем проблема? Тогда они не смогли отремонтировать. Смотри фотки. Последний. Ну, выключено. Давайте зарядку проверим. Может, еще есть зарядка. Претензию можете подписать? И книгу жалоб. То есть телефон работает? Нет, зарядка, да? Что?
Ну, там какой-то... Написано: чистка и восстановление после влаги результатов не дал. Требуется замена основной платы. Ремонт телефона на платной основе невозможно по техническим причинам. Нет запчастей. 5 недель телефон держали. Написано то, что он в нерабочем состоянии, но телефон почему-то включается. Интересно. Ну, 5 недель не очень хорошо. Никто не звонил. Сказали то, что телефон не работает, невозможно примонтировать. А помнишь, мы были еще, когда снимали квартиру в Киеве? Витька однажды, когда никто не видел, я сидела на стуле. Уже по этому пункту тут вопрос нерабочий. Где твоя зарядка? Черненькая. А? Черненькая. Телефон зарядка идет. Черный. Черный. Ничего не поменялось. Тоже с разборками. Пятый человек. Все, кто сюда приходит, все с жалобами, с плохой. А, еще по гарантии бумажечку сюда дам. Ну, мы тоже сегодня уже 3 раза брали. Там он приношу то же самое. Опять несу бумагу. Потом опять приношу, опять то же самое. С телефоном. С царапинами, ну, состоянием телефона после ремонта. Если у вас камеры работают или нет? Ну, я не знаю, я разговаривала с человеком, который принимал, и я конкретно показывала одну царапину, которая была на телефоне. А здесь видно, что после отверток со всех сторон несколько царапин, и плюс крышка задняя отходит, вот это видно невооруженным глазом. Ты прочитал? Крышку, если хотите, мы приклеим на просто крышку. Нет, наверное, мы не хотим, чтобы вы что-то клеили. Нет, потому что ремонт не дал результат. За этого крышку до конца приклеим. Как вы... Это не проблема, это же... Это... Нет, я не понимаю, просто как вы говорите, что ремонт не дал результатов, а телефон включается? Так мы хотим акт выполненных работ именно о заключении мастера. Почему он не смог? Я вам дала заключение. Акт выполненных работ и заключение у вас на руках. Как они могут... Ну, то есть это не сходится с реальностью, вы понимаете? У вас написано одно, то, что он не включается, мастер не смог... Где написано, что он не включается? У вас написано... Неисправности заявлены заказчиком, не включается, ну, не заряжается. Это написано, да. Написано: чистка и восстановление после влаги, значит, результатов не дала. Он устранился в телефоне, поэтому мастер так написал, какой? Что идет нарушение, я не знаю, так это сервисный центр, вы же должны сказать, какой, чтобы мы обратились в Sony, сервисный центр, от Sony именно. Посмотрите дома, проверяйте телефон, посмотрите. Не знаю, мастер не написал, какой им дать телефон. Я не понимаю, сервисный центр не может сказать, какой дефект в телефоне. Так уточните у мастера. Мы предупреждали, что мы... Я уточню у мастера. И у вас написано, вот смотрите: требуется замена основной платы. Ремонт телефона на платной основе невозможен по техническим причинам. Нет запчасти. То есть ремонт невозможен, но телефон включается. Да, но телефон включается. Значит, что-то же с ним делали? Чистили. У вас акт выполненных работ. А почему, когда мы звонили, спрашивали по поводу телефона, нам сказали, что телефон не в рабочем состоянии, мастер не в состоянии его поремонтировать. Значит, он не в рабочем состоянии. Не это было вчера. И вы нам сказали, мы собираем обратно телефон. А почему вы сказали, мы собираем обратно телефон, приезжайте, забирайте его, он не в рабочем состоянии. А тут резко он в рабочем состоянии. Девушка, я не могу вам сказать, почему он в рабочем состоянии. А кто может? Ну, кому? Никто не может. Что? А где ваша жалобная книга находится? Вы забираете, подпишите мне, пожалуйста. Я сейчас сюда. Я еще не согласна. Так мы не согласны с состоянием. Что вы не согласны, где писать? Покажите. Включите и работаете. Покажите, где писать.
Как правильно? Нижняя строчка, что вы забираете телефон. Напишите, что при приеме телефон включился. Заряжайтесь. Пиши, ну. Пиши, пожалуйста. Да. Вот здесь мой. Оборудование мной получено и проверено. Претензии зачеркни вот это. Имею претензии, пиши. Написали жалобную ответ, жалобу, претензию. Примерно то же самое, что наши претензии. Нам ее подписали. Будем смотреть. Приехали домой, очень устали, вытрепали нервы нам за сегодня. Хотела сказать в заключение о том, что в сервисном центре, пока мы там находились, 5 человек приходило, и все приходили с претензиями после ремонта, либо во время ремонта, что-то идет не так в этом сервисе. Телефон нам отдали, телефон работает, но качество самого телефона, внешнее состояние нас не устраивает. Пойдем в сервисный центр Sony, показывать телефон, чтобы делали заключение и, возможно, сниму продолжение еще видео. Поэтому всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!